Ребята, всем привет! Сегодня у нас будет распаковка наушников, геймерские наушники. Наушники недорогие, вот они стоят 1028 рублей всего, в долларах это 16 долларов. Сейчас заходил, стоит что там 16.50, по-моему, что ли. Чуть больше месяца шла у нас посылка сама. Это я заказывал не себе, это у меня заказывал мой знакомый хороший. Давайте будем распаковывать, смотреть. Наушники должны быть синего цвета. Сейчас мы их сразу попробуем. И я хочу попробовать микрофон, подключу к телефону, как он будет звук записывать. Мне вот интересно. Ладно, давайте распаковывать. Так, коробку, упаковку мы сняли. Вот так вот называются наушники. Коушен. Это, видать, у них и сайт, наверное, производителя. SCC, это я не знаю, что это такое. Обычно чайно это CN, а тут что-то, ну я не знаю, кто-нибудь напишите в комментариях, что это за страна. Так, вот такие вот наушники. Coaution Itch Pro Gaming Headset. Itch, странное какое-то название. Переводится как каждый или любой. По-моему, правильно вот так вот. Ладно, давайте посмотрим. Так, что у нас здесь? G2000 модель. Таких наушников очень много на Алиэкспресс. Так, наконец-то я их извлек. Смотрим здесь, что у нас. Инструкция. Смотрите, ребята, тут даже на русском языке есть. И даже вроде как правильно написано. То есть правильный русский язык. Ладно, ну вот, кстати, спецификация, кому интересно, поставьте на паузу. Прямой ток написали. Ладно, все понятно. Вот такие вот блестящие наушники. Я не знаю, для чего такое. По мне, было бы лучше какой-нибудь Soft Touch. Выглядит, конечно, так прикольно. Так, это у нас здесь все пластиковое. Вот это, интересно, металл или нет. Похоже, как на металл. Вот так вот они у нас выглядят. Микрофон поворотный. Поворачивается как бы с такими щелчками, с небольшими. Что дальше не поворачивается, то есть у него есть ограничения. Сейчас давайте мы их попробуем. Здесь вот пультик, смотрите, здоровый. Можно блокировать микрофон, включать, выключать. И, ну, вот, я так понимаю, громкость. Это просто для красоты. Какая-то лампочка здесь горит. Так. Ну, на первый взгляд, ребята, сделано, в принципе, как за эти деньги, ну, довольно-таки неплохо. 1000 рублей они стоят, или сколько там. То есть, ну, совсем недорого, я считаю. Здесь у нас мы видим USB. Ну, это, я так понимаю, скорее всего, для какой-то, наверное, подсветки здесь есть, наверное, какая-то. Думал, какая-то литье. Криво, нет, это просто пленочка какая-то. Так. Зеленый, я так понимаю, это у нас, по-моему, микрофон. Ой, наушники. А, ну вот тут нарисовано. Да, розовый, это у нас микрофон. Сейчас мы попробуем. Давайте для начала посмотрим, что нам дает вот это вот. Подсветка. Угу, вот загорелась, смотрите. На обоих ушах все работает. Ну, такая приятная подсветка, кстати. Вот так вот они светятся. Сейчас давайте я попробую, как они у нас звучат в наушниках, как музыка на них играет. И потом вернемся, я вам расскажу, что я об этом обо всем думаю. В общем, что хочу сказать, ребята, звук вполне нормальный здесь, как за эти деньги, за 1000 рублей, я ожидал, честно говоря, что здесь звук будет похуже. Ну, есть один минус, здесь не хватает басов. Не хватает басов,
Ну а так, в принципе, звук достаточно громкий. На максимальной громкости ничего не захлебывается и не хрипит. Мой телефон выдает отличный звук. И поэтому могу сказать смело, что, в принципе, можно брать за такие деньги. Это более чем нормально. На ушах, в принципе, сидит очень классно. Полностью закрывает ухо. Здесь не давит, здесь тоже вот мягенькая вот эта штука сверху. Регулируется, в принципе, на мою голову нормально. Сейчас давайте мы еще проверим микрофон, как у нас работает. Давайте его подключим и посмотрим. Так. Где-то тут у меня есть диктофон, которым я пользуюсь. Так. Подключаем. Ну, давайте сейчас что-то мы запишем. Сейчас я возьму так вот. Вот давайте сейчас звук вот сейчас будет идти с камеры, а вот в данный момент сейчас звук пойдет с микрофона данных наушников. Раз, два, три. Проверка микрофона. Я думаю, звук вы слышите, ну и вам судить в принципе о качестве микрофона. А давайте мы сейчас в принципе послушаем здесь на телефоне сразу, как у нас вот записался звук. Знаете, в принципе, то, что я слышу... Проверка микрофона. Я думаю, звук вы слышите, ну и вам судить, в принципе, о качестве микрофона. Ну, то, что я слышу, в принципе, на телефоне, меня пока на данный момент устраивает. То есть, ну, как мне кажется, нормальный здесь микрофон в наушниках. Что, в принципе, ребят, на этом все. Как бы судить вам. Кстати, звук очень плавно здесь регулируется. Шнур такой от воплетки, немного жестковатый. Ну так, в принципе, сделано хорошо. За эти деньги, говорю, в принципе, я удивлен, если честно, звуком. Как бы, ну, говорю, не хватает немного басов. А так, в принципе, нормальный вариант. Как бы, если вот кто-то хочет ребенку наушники, вот геймерские, да, какие-то, вот вам чуть больше 1000 рублей. Ну, сколько они прослужат, конечно, я не знаю. Ну, вот у меня вот ребенок, допустим, мои наушники таскает, младший, вот эти вот Xiaomi-шные, они стоят чуть больше $100, но мне просто жалко их. Вот думаю, наверное, тоже ему что-то подобное закажу. Просто обидно будет, если он их сломает или порвет провод. Деньги просто, ребят, на ветер будут. Ладно, в принципе, на этом все. Наушники могу рекомендовать к покупке. Нормально они выглядят, нормально, в принципе, звук у них более-менее адекватный. Не какой-то мусорный. Ладно, на этом тогда, ребята, все. Кому видео было полезным, обязательно ставьте пальцы вверх. Мне будет приятно видеть, что вы ставите лайки. Я буду думать, что я делаю это не зря. В принципе, на этом все, ребята. Ссылка в описании. Всем пока. Еще увидимся.